Kia Sorento 2015 года, пробег 160 тысяч, второй владелец, неизвестно, мыли радиатор или нет, но сейчас машина стала греться, приехали проверить радиаторы, посмотреть, Константин уже все снял, убежал на мойку. Ну вот и Константин подготовил радиаторы к мойке. О, прекрасная шуба, да? И здесь то же самое. А здесь смещение. А, ну вся шняга, да, осталась на радиаторе охлаждения. Ну-ка, жарим, по самой не балуйся. Белый порошок обязательно. Без него никак. Нету жизни без него. Две составляющих успеха. Правильно настроенное оборудование и прямые руки механика. Тогда ничего не гнется, правильно? Никакие соты никуда не деваются. Это одна сторона радиатора. А это вот вторая. Можете убедиться, что все здесь целое. Все, что не целое, это просто крайне. Ну это да, это побито камнями и мухами, у которых железные головы, да? Испаряется влага, да, из мытых радиаторов. Парит. Все заправлено, все работает, машина не греется. Спасибо большое, Константин. Приезжайте.